Привет, друзья. А вы знаете, почему у меня на фотографиях там, ну или когда я начинаю какие-то вот мероприятия типа 31 числа у нас, вот сейчас вот в 20 часов будет вебинар «Антистрессовая подготовка». Ну там на многих фотографиях или там вот так я сижу. Знаете почему? Сигнал подаю, чтобы вы вспомнили мыслитель. Мыслитель же так сидит, вот так вот. На статуе. Это шутка. Еще одна шутка. Не хочете, как хотите. Вам хотишь как лучше, а вы не понимаете. И так говорил нам доцент наш, преподаватель по анатомии в мединституте, когда я учился. Фамилия его была Чудинов. А я помню замечательных преподавателей. А вот смотрите, какая у меня картина. Ян и Инь, день и ночь. Она беспокойная, милые у тебя температур. Вот, видите, какие замечательные вещи я вам рассказываю. И хочу еще поделиться с вами, как мне наш почестный участник школы «Человек Homo Futurus», «Человек будущего» написал. По себе помню, что написал вам первый раз только после того, как посмотрел все видео на ютубе на вашем сайте. А сайт у нас Хасай.ру и Стресс.ру, два сайта. Прочитал несколько книг и только потом решился вам написать, а то переживал, что отвлеку вас. Вот такие уважения ко мне, такие человеческие отношения украшают нашу школу. И вот мне еще прислали такое. Добрый вечер, Хасай Магомедович. Как нужно найти для себя приемы, я нашла, сидя, ногами болтать, и вспомнила, что любила и люблю так делать и в воде. Очень помогает. Как же это все просто. Спасибо, что помогаете узнавать себя. Так как же у нас затуманен мозг страхами, неуверенностью и так далее. Здоровья вам. И вам здоровья, дорогая. Итак, вебинар. Не хочете, как хочете. Вам хотишь как лучше, как говорил наш доцент, преподаватель по анатомии Чудинов. А вебинар будет сенсационный, как я и обещал. Сейчас очень много людей в стрессе из-за этой неопределенности. Мне вот сказала моя приятельница, с которой я дружу 40 лет. Она сейчас в Италии. Она мне сказала... А мы сейчас находимся по системе Юга-Кали. Это тысячелетие целое, когда люди находятся не в том золотом веке, который тоже длится там тысячу лет. И все сейчас валится в мире, все в точке неопределенности и бифуркации. На нашем вебинаре вы получите самую сокровенную защиту от всех точек бифуркации, поэтому приходите на вебинар. Что тут еще говорить? До встречи, друзья!